тот самый идеальный, замечательный случай, когда сэкономленные деньги на сигаретах можно потратить на замечательный отдых на пляже, где-нибудь у морюшка, у реки, или просто отдохнуть от всего этого. Существует 1001 способ для того, чтобы бросить курить. Еще столько же мотиваторов, не мотиваторов это дело. Но спустя полгода уже вообще не хочется никак даже вспоминать, в принципе, об этом. Можно на ютубе найти 1000 разных роликов, мотивирующих, в которых привлечены дети, в которых привлечены деньги и все остальное для того, чтобы вы бросили курить. Существует 1000 лекарств, на которых люди, естественно, зарабатывают, ну то есть не обязательно, что они вам помогут бросить курить, но вы должны обязательно купить, попробовать. Обязательно купить и попробовать. Даже отрицательный результат в этом деле — это шаг навстречу тому, что вы когда-нибудь бросите. Самое главное — это, конечно же, желание бросить собственное. Если оно у вас есть, то у вас обязательно все получится. А так, не тратьте лишних денег, покупайте таблицы. Вперед!